Здравствуйте, девчата. Сегодня хочу вам показать, ну, мою любовь. А вот это вот мы приобрели. Называем его Чик-Чик. Это, ну, скажем так, на аккумуляторе секатор. То есть идеальная вещь для того, чтобы там срезать мандантную малину, ежевику резать. Ну, в общем, там, где секатор применяют, взяли его на Алиэкспрессе. Хочу просто познакомить вас. Это, конечно, посмотрите, как он работает. Идет два аккумулятора. Вот это вот, вот он, это аккумулятор. Приходит он вот в таком вот чемоданчике. Запасной аккумулятор есть, зарядное устройство, всякие ключики. Тут еще ключик для масла, масленочка такая. И инструкция. Инструкция не пригодится, инструкция на китайском вся. Но самое главное, это чемоданчик, очень удобно. И сам секатор. Вот второй аккумулятор этот вставляется. В общем, идеальная вещь, работает, вот честно, проверили. У меня жуткие посадки малины, и это все доходило до того, что мы до декабря месяца срезали ее простым секатором. Этим же секатором, посмотрите, оп, и все. Оп, и все. Только, как говорится, собирать успевай. Вот так вот он работает. Только валятся. Хватает аккумулятора на 2 часа работы. Посредством того, что здесь 2 аккумулятора, вполне хватает, чтобы поработать достойно так. В общем, идеальная вещь для тех, кто работает часто секатором. То есть секатор можно выкинуть. Все, это все. Это, наверное, мое самое классное приобретение. Работает безотказно и очень-очень хорошо. Очень быстро все можно сделать. То есть ежевика и голубика, и все, что хочешь, режет прекрасно. Так что